Добрый день, дорогие партнеры и гости нашего портала. По устоявшейся уже традиции представляем вашему вниманию очередной видеообзор проекта от первого банка мониторинга fairmonitor.com. И сегодня хотим представить вам проект, так сказать, с пылу с жару. Дело в том, что у нас с вами есть уникальный шанс быть в первых рядах при старте этого сайта. А это, в свою очередь, дает возможность зайти в самом начале и получить желаемую прибыль в максимально краткие сроки. Итак, гостем нашего портала становится инвестиционный фонд InTech. Сайт выполнен практически безукоризненно. Нет никаких лишних деталей, нет навязчивого окошка технической поддержки, которое выскакивает при любом переходе, нет множества баннерной рекламы и ненужной информации. Все лишь необходимое для работы. Сайт имеет уникальный скрипт и SSL-сертификат надлежащего качества, так что за свои инвестиции можете не беспокоиться. По заявлению администрации, проект InTech занимается инвестированием в нанотехнологии, фармацевтику, биотопливо и остальные инновационные отрасли производства. Благодаря хорошему темпу развития и высокой ликвидности данного направления, компания InTech предоставляет вам возможность инвестировать свои свободные средства и получать по ним доход в виде процентов. Маркетинг проекта имеет 5 тарифных планов с доходностью от 0,9% до 1,7% в сутки. Сроки работы вашего депозита колеблются от 15 до 90 дней в зависимости от выбранного тарифного пакета. Минимальная сумма депозита составляет $10, а максимальная ограничена 10 тысячами. Ограничение максимального вклада именно этой суммой – очень правильный и продуманный ход администрации. Именно благодаря этому можно контролировать нагрузку на проект, выводя его на новые вершины доходности. Платежные системы сайта представлены такими агрегаторами, как Perfect Money, Edinar, OkPay и Bitcoin. Все выплаты происходят инстантом и не требуют ручной обработки. Реферальная программа проекта InTech имеет 4 уровня с доходностью 8, 5, 3, 1% соответственно для каждого из уровней. Думаем, многие рифоводы оценят данную возможность получения щедрой комиссии и начнут усиленными темпами строить свою структуру, что тоже только на пользу проекта. Поддержка пользователей представлена наличием скайп-чата, просто скайп-администрации и удобного окошка техподдержки, так что со своими вопросами один на один вы точно не останетесь. В целом, хотим отметить лаконичность сайта и личного кабинета, завершенность его маркетинга, а также разумный подход администрации в раскрутке проекта. Учитывая эти факторы, наш первый банк мониторинг fairmonitor.com готов предоставить всем своим партнерам страховку на вклады в проект InTech. Более подробно об условиях страховки вы можете узнать в чате нашего мониторинга. А на этом у нас все. Не забывайте участвовать в викторине нашего портала, заказывать рефбэк и просто делиться впечатлением о нашем с вами сотрудничестве. Хорошей недели и высокой прибыли, дорогие друзья!